Какие, на ваш взгляд, проблемы экологии у нас существуют в городе? Грязь кругом. Кругом грязь. Грязь. Города должны быть чистые, свежие, чтобы приятно было. А живем в грязи, как свинарники. Как у любого в доме, да? Должно же чисто быть. А мусора вокруг-то у нас, вон горы просто-напросто. В любой лес зайдите, везде свалки. Вот сосняки, ходим туда по грибы, и туда же люди вывозят мусор. Ну, загрязненный воздух вот у нас, естественно, в городе. Плохая экология, что говорить-то? Что, ну, у нас, наверное, только грязь, вот уже, посмотрите, снег-то вот какой у нас. По телевизору выступают, это вот самое, в грязи сидят. А вот проехали бы в поселок, посмотрели, что там со снегом творится. И пожароопасная зона, где бараки снесли. Никто же не убирает так. Много машин, да, скопление газов огромное. Выбросы большие. Роща у нас, она одна, единственная, ее надо хранить, как зеницу ока, эту рощу. И получается, что она никому не нужна. А дышим-то мы все. Столько снега, столько мусора, столько грязи. Вот это вопросы насущные. Ну, это надо людям выступать, писать. Тогда только они, может быть, поступят так, как надо. А так все это бесполезно.